Итак, приступаем к грудинке. У меня здесь получилось 1,5 килограмма. Я для удобства разрежу ее пополам на две части. И сейчас мы смешаем специи. Что у меня будет входить? Соль. Я потом вам количество напишу. Паприка. Молотый перец черный. Прованские травы. И чеснок. Всю эту смесь я теперь хорошо перемешиваю. Теперь получившейся смесью хорошо натираем грудинку со всех сторон. Беру пергамент, высыпаю сюда оставшуюся смесь. Беру кусочек грудинки и шкуркой вниз на смесь кладу. Заворачиваю ее. Теперь убираю в контейнер. И на сутки оставляю при комнатной температуре. Завтра вечером я пергамент поменяю, потому что он промокнет из-за того, что соль поможет выделиться влаги, и уберу в холодильник на 6-7 дней, потом можно будет кушать.